друзья, мне пришла посылочка от Насти Геллер. На самом деле мы давно уже с ней обменивались, но ее посылка почему-то мне не дошла. Да, я такая очень красивая стра. Вот, почему-то ее посылка мне не дошла. И было ей даже сказано, что у меня не было дома получателя, что, в общем, они не могли никуда ее доставить. Хотя ко мне никто не приходил, потому что я в основном всегда была дома. Никакие бумажки не приносили, что меня ждет посылка. Короче, очень странно. Такая ля почта России, прям почта Голландии. Вот она отправила повторно посылочку. Сейчас она мне дошла, и давайте посмотрим, что же там внутри. Так, вот такая вот коробочка. Там всякие разные пакетики. Тут вот такая вот кисточка в виде хвоста русалки. Прикольно. Я, правда, пока что еще не знаю, для чего она. Настя, скажи мне, или кто-нибудь скажите, я не знаю, для контуринга. В общем, да, не знаю, точно напишите, пожалуйста. Так, следующая вот такая вот, я так понимаю, это обложечка, наверное, для паспорта. Точно не знаю, не написано. Такая вот золотая. Вот такой вот браслетик. Так, далее вот такой вот lip oil, как сказать, масло для губ. Так, фирма называется Lux Visage, если я правильно понимаю. Бетти, не ходи, пожалуйста, тебя фокус фокусирует, а на блеск нет. Значит, здесь миндаль, облепиха, витамин Е. Видимо, в виде блеска такой вот уход. Далее вот такой вот от Белита крем для лица CC, Milk Line, протеины молодости, SPF 15. Сияние совершенства 10 в 1, тон универсальный. Вот такая вот масочка от Белита, по-моему, тоже она идет или нет. Michael Laboratory Bioformula. Значит, наверное, не Белита. В общем, я думаю, вы такие масочки тоже, наверное, видели, потому что у меня такие уже тоже были из России. Вот такой вот топик-крем, я пока что не пойму, для чего он. Честно говоря, тут, по-моему, на французском написано. В общем, надо перевести для лица и... тело, сужает поры, чистит, протект, как называется, защищает, гипоаллергенный, без запаха. Я думаю, что для умывания, наверное. Даже можно, кстати, детям написано использовать. Ну, в общем, я думаю, что это для умывания, наверное. Для тела, для лица. Вот такие вот кисточки. Это, по-моему, буржуа, да, кисть. И это, я не знаю, что за фирма. Такие цветные. Вот такой вот, я так понимаю, наверное, это крем с улиткой. Очень люблю, кстати, средства с улитками. Вот это вот точно. Мне нравятся эффекты всегда, как они действуют. Вот, корейские. Но я думаю, что это крем, я еще не прочитала, что такое. И еще вот такой вот топ. Правда, я не знаю, как мне по размеру подойдет или нет, потому что это эмочка, у меня вообще-то размер S. Но померю, посмотрю. Привет, мои дорогие и любимые. С вами снова Лина. И вчера мы ездили на концерт Ивана Дорна. Я хочу вам показать отрывки из этого концерта и позже расскажу уже свое мнение о концерте. Напишите в комментариях, как вам показалось, какой был концерт и правильно ли Ваня сделал такую концепцию концерта. В общем, я расскажу вам после самого концерта, что, да, какая была, ну, у него, видимо, идея, как я поняла. Вот, напишите, да, в комментариях, в общем, ваше мнение о концерте и... Короче, я сейчас все расскажу заранее. В общем, смотрите концерт. Я, на самом деле, случайно на нем попала. Я вообще не фанатка, хотя несколько песен мне его, в принципе, нравится. Вот, старых. Прошу заметить. Да, у меня подруга заболела и просто предложила свой билет, на самом деле. И я говорю, давай. И поехала, и там были тоже знакомые девочки. Вот Даша Пашкова, в том числе, тоже блогер там была. В общем-то, с ними я была. Вот, было очень много русских. В основном, конечно, все были русские, что очень непривычно уже в Голландии здесь. Просто думаешь, даже никого обсудить нельзя и ничего сказать нельзя лишнего, потому что все понимают. Ну да ладно, короче, смотрим концерт. I'm sorry.
popular with OTD album, which is Open the Door, the last album in English. We're performing this, so. But to start, I really need you to scream really hard. Предупреждаю сразу, мы в ваш спокойный праздник сейчас подкинем грозу. Вот так вот. И пусть народу здесь не полный стадион. Блин, я не закончил строчку. Забыл. Мужики, ладно, ничего страшного. Будет еще. So wasted all the time. Being wasted all the time. Most of my life. Yes? Okay, especially when we're gonna sing next song, our Ukrainian language song, which is proving at the meantime that we are from the house music. And what people will ask you about Ukrainian house, does it exist? Yeah, sure. Ivan Dorn. Rising, I am ready.
yourself right now. Hide yourself. He's coming. He's coming. I know him. You gotta feel him. You gotta feel him right now. Take a seat. Take a seat. What you doing? Вот ты смотришь на меня, садись, садись, прячься, прячься, не снимаешь еще. Садитесь, 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 садись, садись. Я тебе потом все расскажу. Ты ничего не пропустишь. Все, что ты не снимаешь, я накинул. Бел, бел, зарывай, не кинул. Окей, окей. You're good. Thank you, everybody. All the local people who came here, I really want to make her have a take a responsibility for spreading my music all over. No. And the Grammy goes to Vanya. Thank you for bouncing in front of me. Take care. Stay cool. Keep me handy. Listen to my music. That's enough. Так, а теперь мое мнение относительно концерта. Я, конечно, не очень красиво села, потому что очень плохо падает свет, у меня даже мешки под глазами. Но я устала держать телефон, стоя, поэтому села. Итак, мое мнение относительно концерта. Концерт был, в общем-то, неплохой. Иван довольно-таки харизматичный юноша, мужчина. Вот такой, знаете, вроде как дурачок, а вроде бы и что-то в этом есть прикольное. Но что мне не понравилось, он... пел новые песни с нового альбома, которые, мне кажется, многие считают довольно-таки провальным. И я очень надеялась, что он все-таки будет также петь старые песни, но их практически не было. Вот я только слышала одну старую песню, «Северное сияние», по-моему, называется. Кто-то написал, что у кого-то... Да, Люба, по-моему, написала, что она у кого-то... Что, у меня ямочки появляются на щеках? Я только что заметила, ладно. Короче, да, что у кого-то на сторис тоже видела, что он еще пел какую-то песню, я такую не знаю, но вроде как она тоже русская и не новая. Но, возможно, были в туалете, когда он ее пел, но, в общем, старых песен не было. Самых таких хитовых, это «Стыд за мэн», или как она называется, да, в общем, не надо стесняться. И
Моя самая любимая — «Бигуди». Вот не было этих песен, причем он довольно-таки рано уже пошел обратно, как бы закончил выступление. Его снова позвали, мы кричали «Бигуди, бигуди, не надо стесняться». И, короче, он в итоге спел опять какую-то свою новую дурацкую песню. Мне новые песни абсолютно не понравились. Ну, такие, знаете, ни о чем. Я не думаю, что он, да, какую-то, как сказать... привлечет большую европейскую аудиторию с такой музыкой, не знаю. Мне такая музыка лично нравится, но по мне она такая вот ни о чем. Я не скажу, что она плохая, но ни о чем просто музыка. И сравнительно с его прошлым творчеством, конечно, она гораздо, ну, более проигрывает, мне кажется. Вот. И, ну, видимо, он хочет продвинуть свой новый альбом и стать таким более... как это называется слово, ну, в общем, да, чтобы везде, не только в России, на Украине быть популярным, но и во всем мире, там, в Европе, не знаю, но, короче, я думаю, что такая музыка, ну, не сильно прокатывает здесь, хотя, мне кажется, даже нескольких человек я видела, кто был и не русских, возможно, мне это показалось, возможно, люди просто слишком европеизированы уже и не похожи на русских. Вот, ну вот такие дела, мне лично показалось, что это глупо, потому что даже когда я была на концерте Леди Гаги, у нее тоже вышел новый альбом «Кантри», я считаю, что он тоже довольно-таки, в принципе, провальный получился относительно других ее альбомов, и, по сути, она должна была тоже петь новые песни из этого альбома, потому что тур называется «Жоэн», и альбом также называется, следовательно, это... тур с новым альбомом. Но в основном она пела старые песни, потому что, мне кажется, народ все-таки приходит на хиты. Если у тебя есть хиты, зачем петь одни новые песни? Потому что все равно народу захочется стареньких хитов, мне так кажется. Вот. Тем более, мне кажется, русские люди, которые живут в Европе, и они как-то скучают, возможно, иногда по русской музыке, и приходят на русских исполнителей за тем, чтобы послушать русские песни. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот. Ну, короче, даже Леди Гага пела свои старые песни, чтобы удовлетворить всех фанатов, кто любит новые песни, кто любит старые. Тем более, если новый альбом не сильно зашел. То вот Дорн как бы сделал по-своему, то есть видно такое, что он, в принципе, в чем-то такой, сказать, не знаю, наглый и просто захотел, ну, что захотел, короче. Захотел новые песни свои заделать и сделал новые. Как бы пофигу, что все люди просили спеть старые песни, хотя, мне кажется, одну какую-то бы там мог бы самую такую хитовую спеть, а то и две. Почему бы нет? Ну, в общем, почему-то он этого делать не захотел. Еще одна была песня на украинском, но я ее тоже слышала, по-моему, но поскольку я не знаю украинского языка, вот, то мне как бы тоже было не сильно интересно. Кстати, здесь освещение, возможно, даже лучше. Здесь освещение лучше чуть-чуть, а я просидела на другой стороне. Ну, да ладно. Короче, вот, да, поэтому, мне кажется, очень многие расстроились, что он пел старые песни, новые песни, потому что многие, я слышала, девчонки говорили, что, ну, печально, что он не спел никаких песен из своих старых, вот. Я была такого же мнения, и под конец выступления начали люди, самые, не знаю, как сказать, наглые, самые смелые, вот, начали залазить на сцену, человека три было, может, четыре, вот, ну, последняя, в общем, была девушка из нашей компании. И, в общем, она залезла, не знаю, что уже она там уговорила, вроде как там она обняла его и просила, видимо, что-то на память о нем, но он не захотел ни футболку свою не отдавать, ни кепку там или еще что-то у него было, я не помню. В общем, он дал только ей колпачок картонный, в общем, на голову. Она даже его не захотела себе на память оставлять. Видимо, как-то общение ей с ним не очень понравилось. Так что, вот, вроде он такой, конечно, прикольный, но я думаю, что-то в нем есть такое... Вот, если простым языком говоря, говнистое это так называется. Ну, не знаю, почему не спеть песню, если все фанаты просят там, да, спеть эту песню, почему ее просто не спеть? Не знаю, мне это не очень понятно. Вот, но поскольку я бесплатно попала на концерт, я не жалуюсь, все-таки в любом случае было интересно, прикольно, и я в Гаге, в принципе, была только второй раз. Первый раз я там была проездом, но, собственно говоря, в этот раз я тоже там была проездом, и чисто на концерте опять ничего толком не посмотрела, не увидела, к сожалению, так что мне все еще надо как-то вот съездить в Гагу и посмотреть, потому что я абсолютно про этот город ничего не знаю, вот так вот. Он довольно-таки большой, вроде как, считается, наверное. Короче, вот, такие у меня впечатления по поводу концерта, но теперь уже точно говорю, напишите, как вы думаете, правильно ли он сделал, что продвигает новые песни, или все-таки надо было спеть какие-то старые, как вам вообще в целом концерт. Вообще, конечно, прикольно, он двигался необычно, чтобы там кричал, как бы подстёбывался, было нормально, но вот это, конечно, огромнейший минус, что перечеркнуло все плюсы, что он не пел старых песен почти, вот. Такие дела. Ну, надеюсь, было интересно. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!